Акция «Здоровые города и поселки» продолжается. Один из ее пунктов – полная вакцинация населения. От коронавируса уже привились более 70% гродненцев. Проект стартовал еще в 2020 году, когда пандемия была в самом разгаре. Тогда важно было распространить идеи здорового образа жизни и воспитать культуру ответственного отношения к себе и окружающим. Чтобы победить инфекцию, врачи настоятельно рекомендовали вакцинироваться. Это сработало, вирус заметно ослаб, болеть стали реже. Тем не менее, это не повод расслабляться. Важно не только сделать первую прививку и завершить полный курс вакцинации, но и пройти ревакцинацию. Сегодня в доступе препараты российского и китайского производства. Вакцинация также является профилактической мерой. Она продолжается и в летний период, который сейчас хоть вроде бы вспышечкой пока прекратилась, но вакцинироваться надо заранее, для того, чтобы быть подготовленным к сезону. Во всех взрослых поликлиниках, а также в детских поликлиниках города продолжается вакцинация против COVID-19. Во время отпусков и проведения массовых мероприятий, таких как фестиваль национальных культур или предстоящий День независимости страны, врачи предупреждают об опасности заражения. Чтобы этого избежать, необходимо придерживаться простых правил, соблюдать социальную дистанцию, по возможности носить маски в общественных местах и использовать антисептики.